Один из моих пациентов был кришнаитом и познакомил меня с ведическими лекциями Тарсунова, Махабхаратой. Тогда я слушала эти лекции взахлёб, и они сыграли очень важную роль в моей жизни. Всех своих поклонников я ознакомила с этими лекциями, и на этом мы благополучно расставались. И единственный человек, который, послушав эти лекции, и остался со мной, это мой настоящий супруг. Но знание как-то что-то отложилось, что-то применялось, что-то не применялось. А в этом году я познакомилась с сайтом Ольги Валяевой. И прошла базовый поток марафона. Это очень-очень много дало мне. Во-первых, я структурировала свои желания. За время марафона несколько моих желаний исполнилось, причем некоторые из них я совершенно не ожидала, что они исполнятся. Я читаю книгу «Предназначение быть женщиной» и очень скоро начну читать «Искусство быть женой, музой». «Предназначение быть женщиной» очень многие вещи, на многие вещи мне открыло глаза, сделала акценты, где мне надо меняться, где я ошибалась. Что надо, на какие аспекты надо обратить внимание. Книга очень глубокая, очень нужная, наверное, каждой женщине. Кроме того, марафон мне еще дал такую важную вещь, как благодарности. Благодарности – это сначала я сама практиковала эту вещь, а теперь я внесла эту практику в жизнь и моих детей. У меня трое деток, двое старших детей мы делаем в течение дня. Наблюдаем за собой, что у нас произошло хорошего. И детки вечером мне рассказывают, что у них в течение дня произошло хорошего, чтобы свои мысли направлять на то позитивное, что у них случилось. Поэтому они все время спать ложатся в хорошем настроении. Тоже огромная благодарность за эту удивительную практику. Еще у меня наладились отношения с мамой и с папой за время марафона. Спасибо большое Ольге и Алексею.